Друзья, всем привет! На связи студия Баз93. Как всегда, у нас для вас отличные новости. Любим мы вас радовать хорошими новостями. И в этот раз у нас видео про короба, про стелсы. Некоторое время назад были достигнуты определенные соглашения с производителем вот таких вот прекрасных коробов, стелсов. Видите, да, справа и слева находится от меня, и на столе лежит тоже образец, которые дают нам возможность продавать вам данные коробки по хорошим и привлекательным ценам. Данные короба устанавливаются в нишу крыла, левая либо правая, в зависимости от автомобиля. Соответственно, изготавливаются они из МДФ на ЧПУ, фрезеруются. Короба такие увесистые. В данных коробочках сабы будут играть однозначно хорошо. Есть определенные нюансы, что для данных коробков, конечно, много раз я повторяю со словом короб, но по-другому никак, потому что я вам рассказываю всю суть. Нужны сабвуферы, которые будут играть в малом объеме. Соответственно, короба в среднем 15-20 литров. Да, видите, справа это у нас Toyota Camry. Здесь огромный объем. Здесь, наверное, может быть и побольше объем. Соответственно, стараемся мы заказывать всегда под десяточки. Почему? Потому что десяточкам нужны маленькие объемы. Соответственно, если здесь набирается больший объем, чем нужно, это только плюс, саб лучше играет. Соответственно, не советовали мы бы вам заказывать у нас короба под двенашки, потому что, ну, не набрать объема под 12-дюймовый сабвуфер, да, двенашка там просит 20 литров плюс, 25-30 литров в среднем ей нужно. Десяточка уже играет от 15, соответственно, можно достичь нормального звука. Вот в таком, как я показал справа, да, и слева он огромный. Здесь, наверное, 20 литров плюс. Я сейчас на память не могу сказать, какой объем. Но, судя по размерам, видно, что объема достаточно. И сабы будут в них играть очень хорошо. Ценник на данные короба разный. Там порядка, по-моему, от 7 тысяч рублей и выше, там, до 9, до 10, в зависимости от моделей. Есть в наличии такие модели, как BMW, BMW F10, BMW в кузове, по-моему, E70, F15, Solaris, и, соответственно, Rio, Нивы, много Нив у нас в наличии, потому что их разбираю, да, что там, Chevrolet, Нива, в общем, куча различных коробов. Также у нас сегодня новое поступление, мы начали заниматься ними достаточно недолго, вернее, недавно, но уже у нас очередная партия, потому что они разлетаются, как горячие пирожки. Мы видим, что вам это нравится. Соответственно, мы расширяем наш ассортимент коробов. И в наличии уже очень большое количество. Если хотите установить данный сабвуфер, приобрести под него грамотно, подобрать динамик нужным объемом, чтобы достичь максимального эффекта из вашей сабовой связки, вы можете обращаться в нашу студию, в наши магазины, писать нам по ссылочкам. Под этим видео прикрепим ссылочку, прикрепим все контакты. Пишите, звоните, будем рады помочь. С вами была студия Баз93. До новых встреч, дорогие друзья. Пока.